Первое, что хотелось отметить, все-таки это антураж тут, который сегодня царил. Ну, понятно, что мы не чувствовали себя здесь гостями, но в целом уровень боления, уровень поддержки. Ну, не зря, наверное, Краснодар самый посещаемый город. Приятно в такой атмосфере играть, это мотивирует футболистов. Ну, а что касается игры, то в первом тайме такая строгая игра, без каких-либо шансов. Ну, были такие минимальные какие-то шансы у нас, у Краснодара. И понятно было, что во втором, где кто не будет ошибаться, тот и выиграет. Качнулось в нашу сторону, мы забили удачно первый мяч, затем уже по ситуации действовали. 22-й мяч забить, ну и вот как мы провели второй тайм, думаю, мы победу заслужили. Ну, единственное, что, конечно, всегда неприятно на последних минутах пропускать, тем более мы помним одно из последних дерби, когда мы выигрывали 1-0 и на последних минутах матч этот проиграли. Считаю, что мы очень хорошо сегодня действовали все в целом. Ну, конечно, когда в таком плотном графике ты имеешь неделю паузы к подготовке к следующему матчу, мы осознанно шли на риск в кубковом матче, то команда выглядит лучше, это однозначно. Для этого мы и рисковали в кубковом матче. Нам нужно в первую очередь наладить игровую дисциплину, все-таки у нас она хромала, и те действия в защите, которые были в команде до меня, ну, на мой взгляд, так играть нельзя. Нам в первую очередь надо наладить игру в защите. И считаю, что на данный момент мы улучшаем наши командные, не только защита, а командное взаимодействие защитное. Но вы знаете, первое, что нужен опыт, все-таки участие в таких еврокубковый и чемпионат, тут нужен опыт. И команда идет вот первый раз по этому пути, путем проб и ошибок, и понятно, что где-то могут быть взлеты и падения. И задача у тренерского штаба снивелировать вот эти вот падения, если они какие-то есть. Они однозначно будут, потому что многие игроки еще участвуют за свои сборные. Это вдвойне приходится тяжелее, потому что игра на всех фронтах, она очень сильно выматывает.